ЖОС МАФИЯ! ЖОС МАФИЯ! Стимас приятель, стимас компатриот. Астос есть una din cele mai importante zile în istoria Republicii Moldova. Astos noi suntem toți uniți, toți cu drapele Republicii Moldova. Am venit să spunem nu regimului Placotiuc! Jos Placotiuc! Jos Placotiuc! ЖОС ПЛАКОТЮК! ЖОС ПЛАКОТЮК! ЖОС ПЛАКОТЮК! ЖОС ПЛАКОТЮК! ЖОС ПЛАКОТЮК! Am fost acuzați acum mai multe zile că pregătim o tentativă de lovitură de stat. Că vrem să-i dăm foc la Nobel. Că la mergem să-i scoatem florile de la GBC. Astăzi noi am venit și tot timpul am fost cu gânduri nobile, cu gândul de a salva Republica Moldova, a scoate-o din mâinile acestui regim criminal. Astăzi noi am venit cu flori, deoarece Republica Moldova este cea mai frumoasă și cea mai scumpă floare pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Moldova! 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 Я хочу поблагодарить всех граждан Молдовы, вне зависимости от национальностей, которые сегодня здесь. Я знаю, что здесь присутствуют абсолютно все города, все села, все населенные пункты Молдовы. Спасибо вам, ребята, за то, что вы делаете, за то, что вы здесь. Хочу поблагодарить всех тех, кто, к сожалению, находится вдали от Молдовы, которые оставили свои семьи, своих детей, которые видят своих близких людей несколько раз в год, потому что такие, как Плахотнюк и его режим, они сегодня готовы отправить все 3,5 миллиона граждан Молдовы на заработки, чтобы иметь очередной миллиард, который они украдут. Астас, Ейсунгат, Асифака, Катос, Четатени, Республики Молдова, Сеплечи, Самунчиас, Каланегру, Деваричи, Туаталумя, Кунаште. Капести в миллиарде евро ануал, Виндимбани, Челор, Кари Мунчес, Престихотари. Am fost și eu unul din ei din 2004, când am plecat la Moscova. Peste 10 ani m-am întors în Republica Moldova. Acești 10 ani în Moscova am avut tot timpul și în casă și orice deplasare drapelul Republicii Moldova. Mă mândresc că sunt moldovean. Я горжусь тем, что нас много. И мы должны доказать им, что мы не стадо овец. Они нам промывают мозги через свои публики, праймы и прочую прессу, которую я говорил много раз. После выборов мы национализируем все телевидения Плахотнюка, потому что то зло, которое они делали в течение этих лет, оно должно вернуться народу. Мы пересмотрим приватизацию за 15 лет. Все чиновники, все буржуи, которые живут на телецентре, если они не докажут, откуда у них происхождение этих денег, мы отнимем это. И самое главное, Осифиеву трибунала Попорулы, Каря Осишудича, Чеш Криминаль, Чепопору Осиничина, Чепачанкуи, Носиньтян Попору, Носиньтян Попору. Astăzi este una din cele mai periculoase situații în care se află Republica Moldova.
дар ворчевом кугендур нобеле, ворчевом каре апост едука дипаринц, каре вот шаптян дякаса, куноашти фуарти вини. Астаз пентру ной патрия е ка мама, ной ну алечим мама е тинара сау инвырсты, ной ну алечим мама кэн се симти вини сау се симти май рэу, ной ну алечим мама кэн мама е апропе сау мама мучешти пизди хотаре. Астаз мама, мама Република Молдова, сафлэм перекол дин кауза ачэнстуй режим криминал. Аста есть о мафия, которая требует деструса, о мафия, которая чарка со спереди четатений, со новиела протесте. Сунтем зечь деми. Чел мой импортант лукру, которая сантемплат астаз. Ной амунит тот четатений Републики Молдова. Ной сунтем четатений Републики Молдова, которая сунтем облигат сантуарчем цара попорулы. Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Să nu se joace cu noi, domnul Plahotniuc. Când ne urmărește acum în direct, când scriu mesaje consilierii, eu văd ce fac ei. Astăzi au lăsat mai puțină poliție, astăzi ei se așteaptă. Orice nu s-ar întâmpla să fie arestat. Настаса, усатый, додом. Ной носи фащем аша сюрпризы луи Плахотнюк. Астас сын ультимиле конвулсии, а луи Плахотнюк шачестый режим криминал. Да осайба шо конвулсии, касауды дела Кишинев, пыны Нью-Йорк, пыны Москва, пыны Бруксел, шым Букурешт. Астас ну ау ничун дреб заминты четатени Републики Молдова. Să ne conducă și să facă tot ce vor ei să facă cu noi. Astăzi ne voi consacra viața. O să plec din politică, dar o să-l termin pe Plahotniuc și acest regim criminal. Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Vă iubesc, vă mulțumesc. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Всегда ваш молдавский гастарбайтер Ренат Усатый. Спасибо. Добрый день, шановні друзі! Добрый день, Молдова! Уважаемые друзья, вы все прекрасно знаете, почему мы здесь. Мы все здесь по зову сердца. Потому что нас объединило всех одно. То, что мы не можем дальше так жить. Не можем жить в захваченной стране. Это нас всех объединило. Уважаемые друзья, я вижу среди всех вас здесь бывших своих коллег, железнодорожников. Я знаю, что им звонят. Я знаю, что их заставляют идти на митинг за политической, за гувен. За пиде. Но они сегодня здесь с нами. Я работал там. Я знаю. С простого проводника до начальника дороги. Я знаю, что сегодня Плахотнюк видит железной дороги только металлолом и ничего больше. Он хочет ее попилить на металлолом. И чтоб люди остались без работы. Я знаю, что вам уже больше 4 месяцев не выплачивают заработную плату. В какой стране люди работают и не получают заработную плату? Я понимаю, принимаю сотни звонков ежедневно. Люди звонят и плачут, не имеют просто-напросто с чем отправить детей в школу. Ни яблоко, ни бутерброд, ни булочку. Мы дошли до того, что у нас пенсионеры продают, ветераны продают свои медали и ордена, чтобы купить уголь. Мы не можем так дальше жить. Поэтому у нас есть одно зло сегодня в стране, которое довело всех нас. Это тот Плахотнюк! Жорж Плахотнюк! Жорж Плахотнюк! Жорж Плахотнюк! Жорж Плахотнюк! Я был тем первым политзаключенным. В прошлом году, 2 декабря, вы все прекрасно помните и знаете, когда меня арестовали.
когда Ковтолюк сделал фейк на Фейсбуке, что я хочу его убить. Я вижу, он до сих пор еще живой и надувает щеки там перед парламентом. Считает себя героем и ждет генерала. Хваленый генерал. Он никогда не будет генералом, пока будем мы с вами. Уважаемые друзья, сегодня так же само говорилось, что та же группа Гриши Петренко, те же политзаключенные закрытые, те же политзаключенные ребята просто хотели выйти на протест, как и мы. Не было никаких там намерений злых бомбить, громить. Это сделал нам телеканал «Публика», который делает нас всех, зомбирует и показывает то, что они хотят. Ну, мельчись по пару, путь теряет взору! Ну, мельчись по пару, путь теряет взору! Adunat astăzi aici din toate colțurile Moldovei, indiferent de etnie, indiferent de opțiuni politice, astăzi toți ne-am unit împotriva unui singur rău, care îi spune Plăhătniuc. Unire moldoveni! Unire moldoveni! Unire moldoveni! Unire moldoveni! Ne-am adunat pentru a-i spune nu unui guvern corupt, pentru a-i spune nu dictaturii, pentru a spune nu tiranii. Țara este a noastră, a urmașilor noștri. Țara nu e a lui Plăhătniuc. Țara nu e a slugilor lui Plăhătniuc. Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Acest personaj care a uzurpat puterea în Republica Moldova, тот, кто считает себя хозяином нашей страны. Мы понимаем, что могут быть репрессии. Înțelegem foarte bine că în timpul apropiat unii din lideri de opoziție pot fi arestați. Dar eu sunt sigur că voi veniți, nu? Noi vom face tot posibil să întoarcem încrederea cetățenilor în cei care conduc o țară. Avem o țară mică, frumoasă. Și nu o să le permitem să bate joc de Moldova. Они делают с нами все, что могут. Мы с ними сделаем все, что захотим. Потому что мы сила. Алежит! 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 Это был один из самых важных дней в истории нашей страны. Спасибо вам всем от юга до севера. Спасибо всем за то, что вы не безразличны к тому, что происходит. Спасибо всем за то, что вы здесь. Мы обязательно победим!
astăzi nu putem să ne permitem să facem nici un pas înapoi. Nu putem face nici un centimetru înapoi. Deoarece suntem aproape de victorie ca niciodată. Suntem aproape ca să oprim acest regim criminal. Suntem aproape ca să construim o Moldovă nouă, unde toți cetățenii sunt uniți. Unire Moldovei! Unire Moldovei! Unire Moldovei! Aș vrea să dau un lucru foarte important. Не катем кому шалди порно телевизионе, а ауди публика ТВ шалди ОСФА кому штири. Диферити кум ли фак ей, ам ун месаж фарти клар. Са спус астас ка пын ла 17.00 жой, аштем ун результат. Ун результат клар. Ну деспре принципи ше валори, наштептем с Ясы Марьянович Лупуку укладка, ну лаштептем с Виспой Кандышева. Если форти кларк, фара плохотнюк, ну хоть раз не имею. Соспой плохотнюк, канду, лупу, ну контязы. Нос и фио распул склад. Я хочу, чтобы вся страна понимала. Мы, конечно, занимались спортом последние дни, но больше маршей у нас не будет. Если будет еще один марш, то это будет последний похоронный. Я вам это обещаю. Похоронный для них. Спасибо.